Доброе утречко, друзья! Хотя вы же можете смотреть и вечером, в обед, да, хз. Ну, в общем, всем привет! Я нахожусь на Твинке, я продолжаю свой челлендж апать. Проходить игру без доната до того быстрее, чем на меня наберется 2 миллиона. Я недавно такой челлендж себе сделал. Я, короче, поднял уже Барли на 500. Теперь, не знаю, либо Тика, либо Рика апать, либо Бита вообще. Ну, короче, в замешательстве. Ну, неважно. Мне сейчас осталось 100 кубков, практически будет большой сундук. Я его открою на видос. Но я вот, ну, в магазине у меня уже, как походу, как несколько дней, я вот заметил, вот что. Я вот реально всегда проверяю магазин, что-то интересное записываю. Кстати, сегодня открыл бесплатно, ничего не выпало. Вот. И сейчас хочу я открыть большой ящик и мега ящик за старки. И посмотреть, какой ящик принесет мне дроп, а какой нет. Вроде казалось бы, да, мега ящик должен победить. А вот и ни хрена, бывает такое, что большой ящик побеждает. Хотя тут зависит, в какой очередности откроешь. Но я, наверное, сначала большой, а потом мега ящик. Рекламная пауза, друзья. После этого пойдем дальше проходить игру, апать кубки. Всем хорошего настроения. Приятного аппетита, если кушали. У меня опять пластырь на шее, буду его поправлять. Поехали. Так. Ваши ставки, господа. Какой ящик мне принесет дроп, большой или мега ящик? Или вообще ничего не выпадет? Давайте я вас проинформирую с шансом. Шанс у меня ужасный на Легу. Да я на Легу не рассчитываю. Ну что, поехали. Начнем с большого. Блин, ничего не выпало. Я хотел затаить дыхание и на новом персонаже просто никак не реагировать, но не получилось. Ладно, дальше у нас мега ящик. Но тут должно быть 6 предметов. Обязано! Давай! 6 предметов, друзья! Там 6 предметов! Там 5 предметов! Но, по-моему, сверхредки может... Угу. Черт! Так жалко, обидно. У меня 100 гемов есть, я могу открыть ящик за 60 гемов. Ну, не знаю, мне не жалко тратить гемы. Я хочу до конца проекта посмотреть, сколько всего гемов я нафармил без доната. Ладно, поехали тогда катать. Мне надо 100 кубков. И я надеюсь, что вот с этого ящичка мне что-то дропнется. Поехали. Потому что всегда, когда открываешь сундуки, ничего не падает, не расстраивайся. Не повезло сейчас. Больше шанс, что повезет потом. Господи, ненавижу эту карту. Когда ее уже уберут с игры? Кому нравится вагонетка? Ненавижу эту карту. Смотри, я вообще всегда... Я всегда на этой карте проигрываю. Уа-а-а! Так. Не попадаю я. Не попадаю я. Да блин. 4 кристалла наши соперники собрали. О, хорош. Джин хорош. О, это ты зря. Ес, хорош. О, еще бы одну. Ладно. 7 кристаллов. Найс. Ай. Блин, рикошетом так трудно играть. Так, ну у них пока 2. Хорошо, что у меня все кристаллы. Буду аккуратно. О. Попытка Леона меня... Попытка Леона... у Леона меня забрать. О, привет. Давай мне еще одну банку. Блин, ладно, уходим. Фух. С одной стороны, хорошо, что у меня кристаллы, с другой, я что-то туплю. О! Мое, 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 тихо! Чуть не сбили меня. Все. О, чудо, мы выиграли. Ну, Джин молодец. Что, ты хочешь, вы хотите меня убить? Ой-ой-ой. А, мимо. Ну, попытка хорошая, попытка хорошая. Так, плюс звездный жетон. Я еще звездный игрок, найс. Так. Смотрите, у меня 15 бигов. 87 маленьких. Ух, скоро мощное открытие. Ребята, прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропустить второе мое открытие на этом аккаунте. У меня, смотрите, 20 бойцов из 29, и я всего лишь один выпуск
с нормальным, полноценным открытием записал. Да, я открывал параллельно там по пути к славе разные сундуки. Ну, чтобы вот так вот много сундуков одним выпуском, всего лишь один раз. И при этом у меня уже есть Лего Ворон. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить второе открытие. Может, оно вам понравится. Перехват, что за карта? Воу. Давайте попробуем, раз уж... или Барли, я не знаю. Да не, давайте Тика. Раз там лабиринт какой-то, я не знаю, что это за карта, первый раз вижу. Погнали в перехват поиграем. Да. Поэтому подписывайтесь, я коплю сундучки. А, тут босс. Блин, прикольно. Блин, ну Тиком. Хз. Зашибись начало. Так. Ладно. А на трамплине я прям к роботу залечу или где-то рядом? А я могу на ходу стрелять? Не, не могу. О, ну понятно, Миха. А, Миха. Блин, мне не Миху надо бить, мне робота надо бить. Так, сейчас кристаллики пособираю. Так, хорошо. Нанеси больше урона. Да сейчас, погоди, дай, блин, хотя бы... Не хочу я. Я лабиринт это... О! Так. О, у меня получается неплохо, говорят. Отлично, это хорошо. Нет, не убивай меня. Ё-моё, у нее так много кристаллов, что она меня с тычки вынесет. Так. Продолжаю в том же духе. Буду стараться. Ай, Тара. А, Миха. Миха, блин. Ладно, я пока соберу кристаллы, чтобы быть помощнее. Сейчас все будет, я затащу. О, 8 банок. Ай. 3200. Сука! Все мои кристаллы забрали, Пайпер. О, в принципе, мне их не так много было. Сейчас соберем. Не, ну серьезно. Да ёпта, сука, Пайпер. Получается неплохо. Да я еще ничего не сделал. А вы мне уже хвалите. Тара, Пайпер, блин, одно и то же. Миха убил одну Пайпер. Вот, Миха он. Так. Дайте мне робота, я на него ульту запущу. Блин, это Мортис. Сука, все меня контрят тут. Ержан! Улетаем! Ержан, быстрей! Бля, мы вместе. О! О! Ну, сука. Хоть какой-то урон проходит. Оп. Хоть какой-то урон проходит, может, хоть какое-то место займу. Так. Блин, ну режим реально интересный. Интереснее, чем... Добавили всего два новых режима, да? Вот, этот режим мне больше нравится, чем первый. Блин. О, тихо. Улетай! Не, ну на этом на бите. Ой, я их путаю. На тике сложно. Надо кого-то другого. Седьмое место. Ужас, ужас. Я не знаю кого. О, иди сюда. Погнали. Стой, отмена, отмена, охрана. Ладно, будем стараться на тики выиграть. Поехали. А, блин, а, все нормально. Мне показалось, что персонаж не сменился. Ля, придурок. Ха-ха. Изи.
Бля. Бесит. Так, я как всегда... Ну, я, смотрите, у меня тактика следующая. Собрать как можно больше кристаллов, только потом идти дамажить робота. Просто быть самым мощным. Вот такая вот тактика. Они там пускай сейчас... Ой, главное не сдохнуть. Так. Ну, уже неплохо. Воу-в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 оу. Так. Больше кристаллов, больше кристаллов. Уже 9. Мне очень нравится этот режим, ребята. Да мне вообще с роботами, кроме босс-файта, нравятся все режимы с роботами. Я на первом месте. Блин, робот ушел. Мне интересно, сколько я урона-то выдал. Ух, какой опасный бит. Фух, 11 банок. Ну все, я тут супер мощный. О, ёханый бабай, 15 банок. Ну все. Меня никто уже не обгонит. Стоять. Мой робот, мой. Дайте я его добью. Фух! Блин, интересно вот посмотреть на таблицу дэмэджа, кто сколько выдал урона. Но у разработчиков такого нет, к сожалению. Все, звездный жетон мы забрали, это главное. Так. Что у нас получается? Все, друзья, осталось мне меньше чем 80 кубков и большой ящик на пути к славе. Далее 8000 цель будет. Постепенно, так быстренько-быстренько, я хочу всех проапать. Хочу, блин, ну и с теми персонажами, которые у меня уже есть, я посчитал, если я всех апну на 500, будет 10 тысяч кубков. То есть до 10к мне надо дойти, и выпуск по открытию будет глобальный. Подписывайтесь, ставьте лайки, спасибо, что смотрите. До новых встреч, скоро увидимся. И пока, ребятки, пока.